Помнится, много лет назад прочел я в журнале «Юный техник» рассказ про робота, который следил за диетой своих переедающих хозяев. В рассказе робот был похож на английского дворецкого с наклонностями садиста. Робопомощник Atom компании Intuitive Automata отличается от него практически во всем. Во-первых, и в главных это она. Ну, то есть робопомощница. А во-вторых, свою главную функцию, помогать человеку соблюдать диету и заниматься спортом, модель реализует очень мягко, в отличие от фантастического робота, который мог при случае и током хозяина приложить. Atom, в свою очередь, говорит приятные, ободряющие фразы и обещает любить даже в том случае, если пользователь будет втихомолку есть пончики и вместо тренажера посиживать на диване. А все это она непременно заметит, потому что запоминает хозяина в лицо и затем отслеживает его перемещение. Разработка хороша во всем, кроме цены. Почти $670 за само устройство и $80 ежемесячно за подписку на персональный сервис. Хотя, возможно, для кого-то это будет серьезной мотивацией следовать рекомендациям робота-помощницы и в итоге действительно похудеть.